Сейчас я вас двоих сниму. Так, мы покупаем LG, да? Да. Скажите, пожалуйста, а какие у него плюсы? Почему вы нам выбрали именно такой? Ну, во-первых, у него ценовая категория будет, он чуть-чуть дешевле будет, чем Samsung, либо Sony в этой же ценовой категории. Разрешение точно такое же, как его аналоги других фирм. Вот. Имеет также Smart TV. Вот. В принципе, это все его ключевые преимущества. Ну, и в отличие от Sony, он на веб-iOS, то есть на своей операционной системе, что проще в настройке и проще в управлении. А Sony, она как бы на Android, получается. И у них очень неудобный Smart TV. Вот. Это могут много пользователей, то есть подтвердить. Вот. У Samsung тоже, у них как бы своя операционная система, у них с этим проблем нет, но просто он по цене будет дешевле. Вот, чем хорошо. Да, и за счет, кстати, более широкого корпуса у него установлены более мощные динамики. Вот. Поэтому звук будет намного лучше, чем у того же Samsung или Sony в этой ценовой категории. Хорошо. В принципе, все, что мог рассказать. И еще личная скидка от вас 2000. Ну да. Спасибо большое. Пожалуйста. Так. И еще потом у меня настройка бесплатная у вас? Нет, настройка будет платная. А, это сами настроим. Я вам сейчас скажу. Хорошо. 2100 будет, ну, не знаю. Не будем, мы сами это умеем, занимаемся, сделаем. Хорошо. Нам не к спеху, но... Так, ну, оформляем тогда? Да. Колонки врубили, блин. Хотела выключить, муж не разрешает. И здесь вот М-видео магазин такой большой. Такой магазин. Огромный у нас тут М-видео. Мы пришли телек покупать. Уже выбрали, конечно, мы этот телевизор. Вот там улица.